Привет! Валера Рыбак и Романыч. У нас сегодня открытие сезона на земле Рейнфальц. 2022. Мы при полном обмундировании. Ночь. Сейчас ждем нулей. И начинаем, ребята, на ночного судака. Ну и, в общем, за открытие. За открытие сезона. Надо... Давай, Валер. Ни хвоста, ни чешуи. И тебе удачи. Давайте. И надо об землю. Черт подери. Вот. Все. Поехали. Что будет, покажем. Давайте. Там. Есть. 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 Рома, пацак. Хороший, сука. Блин. Есть, Рома. Сука. Ай, Ромчик, не переживай, давай этого вытяну. На втором забросе, на разведчик. Видишь его? Свети. Ух ты, блядь, хороший, смотри, что делает. Блин, тут еще против течки, блин. Вот он, смотри. Смотри, какой красавчик. Да ты шо? Судачок? Есть! Ну, с открытием меня. Дядя Ром. Тихо, я свет потушу. Подожди. Все. 65-й. Спасибо, дядя Ром. Твоя очередь поймать. С точки. Короче... Ребятки, вот такой вот судачок клюнул у нас. Это моя кровь, ребята. Он мне палец пробил своим этим. Так что, вот такие дела. Вот сейчас мы его измерим по бырику. Пробил мне пальца своим шипом. Сейчас мы его измерим, ребят. И взвесим, как всегда. Правильно, дядя Рома? Итак, 62 сантиметра. 62 сантиметра. А кило? Кило 975. Ты почти, Рома, угадал. Супер. Нормально, с почином. Ровно 12.05, ребята, клюнул судачок на открытие сезона. Так что вот такие пироги. Так, ну в общем, открытие у нас состоялось, хотя и было сильно испорчено. В общем, самовники или самятники, как их проще говорить, перекрыли почти километр берега, короче, своими растяжками. То есть вдоль берега, да, Рома? По километр, грубо говоря, они перекрыли, то есть бросать было невозможно. Поэтому у нас... Обломались мы немножко, да, конечно. Да, одного ничего, мы вытянули. Валера взял одного, да. Да, 60 сантиметров, там 62 был. Но вопрос к вам, ребята. По немецким правилам так можно делать, чтобы перекрывать километр берега растяжками? То есть официально у них там стоит типа две удочки, но они все вдоль берега, и одна на 500 метров в одну сторону, и другая на 500 в другую сторону. То есть вся яма там, где у нас ловились, правильно, Рома? Две точки наши. Да, все точки, короче, они все перекрыли, то есть там бросать нельзя было. Это я уже судака взял уже там на другой точке, которая особо и не ловит. Вот, так что у нас такой вопрос. Так, всем пока, Валера Рыбак и Ромыч. Мы открыли сегодня, Рома. В следующий раз. Да. Но я чувствую, это лето будет трудовое, да, Ром? Как всегда. Все, всем пока. Удачи.